29 августа 2019 года в областном центре стартовал переходный период ценовой зоне теплоснабжения по новому методу «Альтернативная котельная». Это специальная формула расчета цены на тепловую энергию, от которой выигрывает в первую очередь потребитель. Главные плюсы в том, что устанавливается фиксированный тариф на долгосрочный период и справедливая цена за качественную потребленную услугу. Кроме этого, начинает работать единая теплоснабжающая организация, а значит и единый центр ответственности. Для организации это плюс, потому что сейчас будет единый тариф для всех. У меня как Т-плюс обслуживается, так и Теплаком. Единый тариф мне будет намного выгоднее, это будет все понятно, ясно считать, даже лимиты планировать на следующий год. Новая модель рынка заработает с 1 января 2020 года. К этому моменту всем коммерческим и бюджетным организациям нужно серьезно подготовиться. Необходимо до 11 октября 2019 года направить в адрес ульяновского филиала «Энергосбыт Плюс», являющегося агентом ПАО «Т-Плюс», заявку на заключение договора теплоснабжения. На днях руководство филиала организовало встречу с представителями областных министерств и правоохранительных органов, чтобы разъяснить руководителям их дальнейшую работу с подведомственными учреждениями в плане организации теплоснабжения с нового года. Для нас это все новое, понятно, вызывает много вопросов, поэтому мы проводим разъяснительную работу. Сегодня прошла встреча с бюджетными организациями, у нас их больше 300 в нашем городе, которые получают тепловую энергию от ПАО «Т-Плюс». Конечно, приоритет это будет увеличение качества предоставляемой услуги и контроль за качеством предоставляемой услуги со стороны наших клиентов, со стороны нас прежде всего, как поставщиков услуги по отоплению и горячего водоснабжения. Получить консультацию по порядку заключения договоров, предоставить заявку и документы для заключения договора теплоснабжения, а также подписать договор теплоснабжения можно в офисе продаж и обслуживания клиентов ульяновского филиала «Энергосбыт Плюс» по адресу город Ульяновск, улица Промышленная, дом 5. Дополнительные вопросы можно задать по телефону организации 21 40 15 с 7 до 19:00 ежедневно или на официальном сайте «Энергосбыт Плюс».